Так, дорогие мои, всем здравствуйте! И сегодня, как я и обещал, в субботу меня вот дождик поливает, такая классная у нас погода вообще. Я буду поливать орхидейки, и также я в этом видео вам расскажу про то, как я обрабатывал свою теплицу, потому что у меня там летающие белокрылки и ползающие клещи на огурцах. Вот, чем я поборолся и что я сейчас сделаю. Вот, ну, орхидейки поливаются, у меня их всего две, поэтому я их буду погружным способом напитывать водой. Давайте посмотрим. Спи, моя радость, усни. В небе погасли огни. Рыбки уснули в пруду. Тран-та-та-ти-та-ти-та. Тра-та-ти-та-ти-та-ти. Тра-та-ти-та-ти-та-ти. Та-та-ти-та-ти-та-та. Что ты закрыла, котят? Итак, у нас сегодня суббота, дождливый день, и по графику у меня полив орхидей. Сейчас я вам покажу, как я буду это делать первый раз, грубо говоря. Нет, второй раз. Итак, я вот налил тазик воды. Сейчас я орхидейки поставлю в тазик с водой на минуты 3, где-то 4. Они постоят. Вот эта орхидейка, которая у меня сидит в керамзите, орхидейка, она постоит, я ее достану и сразу прям поставлю вот в это кашпо. А вот эту орхидейку, я ее достану, дам ей хорошенечко стечь, потому что она еще пока не пересажена из этого грунта. Я буду пересаживать ее в керамзит где-то в августе. Дам стечь ей хорошенечко и поставлю на поддончик. Так, вот я поставил орхидеечки в тазик с водой. Эту орхидейку я еще сверху на керамзит пролил. А эту орхидейку я не стал проливать, я ее просто поставил с водой. Но так как там грунт, кора и непонятно, что еще, возможно, торфяной какой-то будет стакан, я ее раньше достану и дам хорошенько стечь. Так мне Георгий порекомендовал. Потом поставлю обратно на лоток. А вот эта орхидейка постоит чуть дольше, керамзит пропитается водой, и я ее переставлю в кашпо. Кстати, я из этого кашпо сейчас вылью вот эту воду с прошлого раза, и как раз столько же воды стечет с керамзита, и до следующей недели. Вы видите, у нас все поливается, дождик идет, вообще прелестно. Такой грибной дождик, не ливни. Дождик. А пока все поливается, я решил обработать тепличку клейкими лентами. Вот такие у меня ленты есть, клейкие. Вчера я теплицу опрыскал, потому что у меня там белокрылка и паутинный клещ. Они прям поедают за меня эти огурцы, которые толком уже сейчас не растут. Я вам покажу тепличку, что у меня там происходит. Пока орхидеи у меня поливаются, вот мои огурцы молоденькие. Я вчера зашел. Ага, валяются белокрылки. Ну все, вот они тут. Мертвые белокрылки, как говорится. Хорошая белокрылка — это мертвая белокрылка. Видите, что она сделала у меня? Это клещ, и белокрылка постаралась с моими огурцами. Они цветут, а белокрылка испортила все эти огурцы.
Помидоры стоят. Опрыскал я вчера танреком и командором. Помидорчики висят вкусненькие, хорошенькие. Есть не буду, я опрыскивал. Потом помою. Сейчас я буду вешать клейкие ленты. Желтые, они должны приманить их и да уничтожить. Так, в коробочке вот такие проволоки и сами клейкие ленты. Они с дырочками, я сейчас вам покажу. Сейчас начну я вешать на проволоку эти клейкие ленты. Вот так, сейчас развешу. У них защитные бумажки. Есть дырочка, они сами по себе пластиковые. Рассчитаны они на 1,5-2 месяца точно. В теплице даже дольше они могут прослужить. И вот так их оторву. Сейчас я двумя руками отклею вот эти бумажки. Все, снял бумажки защитные. Желтый цвет, клейкий, привлекать должен их начать. Кто не погибнет, будет вылупляться и будет приклеиваться. Сейчас по всему своему мини-огородику я их повешу. Ну что, вот я их понаклеил, понаповешал везде. Вот они висят. Хочу вам сказать, что прилипла одна муха уже, пока я все это клеил. А вот даже, видите, прилипла белокрылка. Вот белокрылка прилипла уже. С этой стороны белокрылки. Вот она прилипла, белокрылка. Вот белокрылка прилипла уже. Вон сидит прилипшая. В общем, полетели они. Вот они, всякие непонятные жучки-паучки. Везде я повесил. Я вам обязательно отчитаюсь, насколько она эффективна будет в своем действии. Вот тут у Света висит она прям, лента. Ну, будем наблюдать. Я рассчитываю, что опрыскивание и вот такие меры профилактики вот не позволит избавиться от вот этих всех белокрылок. Ну а пока у меня поливаются орхидеи, я пошел приклеил уже желтые полоски в теплицу для обработки от этих всех белокрылок. И хочу сделать малосольные огурчики. Вот мои огурцы с теплички, которые я собрал перед опрыскиванием вчера. Здесь у меня хрен, лаврушка, сушеный лук, гвоздичка и душистый перец. Сейчас я сюда перекладываю огурцы, посыплю соли по вкусу и залью водой скважинной. И все. Буду ждать 3-4-5 дней, пока огурчики просолятся. Соль я беру по вкусу, визуально. Где-то вот так 3 кулака моих кулачка. И сейчас зальем водой небольшой гнет в виде тарелки и закрою крышкой, чтобы туда ничего не падало. Поставлю в комнате, пусть солится, а потом уже уберу в холодильник, в баночку переложу. Вот так. Сейчас мы нальем чистой скважинной водички в огурцы. Все специи, все с солью перемешаются. Все достаточно. Воду наберу. Мне все равно пригодится вода, заранее набранная. Уж раз включил, так как насос работает, чтобы часто он не включался. Это птицы. Воду наберу, буду поить. Сегодня я здесь обрабатывал грузди, которые мариновать сейчас буду, кстати.
Вот, ну а завтра, возможно, поеду в лес. Так, ну что, пойдемте. Сейчас я положу гнет в ведерко. И поставлю огурцы созревать, чтобы они были вкусненькие и хрустящие. Ну вот так я положил тарелочку, закрыл крышечкой, и пусть стоят, созревают. А здесь у меня, видите, в кастрюльке отварились груздочки. Я их солью, сделаю рассольчик и буду мариновать. Ну и пока я бегал, солил огурцы, у меня уже напоились мои орхидейки. Опа! А эту орхидейку я сейчас достану. Дам ей вообще слиться хорошо вот так. И поставлю. Буду сейчас наблюдать, если лишняя вода будет набираться, я ее солью. Все, вот так я напоил первый раз. Орхидеи красивые. Вот такие красивые орхидеи. А эта орхидейка неизвестно какого будет окраса. Ждем, ждем. И да, кстати, на следующей недельке я буду удобрять первый раз вообще вот этими удобрениями. На обратной стороне здесь все написано, как что делать. Раз, две, три недели. Ой, крышечка отпала. Так как куда они растут, вот так в керамзитике, конечно, им удобрения нужны. Все, я прочитаю. На следующей неделе, в субботу, и мы с вами сделаем удобрение для орхидей. Как говорится, от новичка.